Друзья, мне очень нравится делать серию интервью, и каждый раз я испытываю гордость за российского производителя, потому что импортозамещение идет полным ходом, и по каким-то позициям мы обгоняем наших партнеров, конкурентов, можно сказать, из других стран. Давайте знакомиться и подробнее рассказывать о вас. Добрый день, меня зовут Насыров Алмаз. Мы приехали с Республики Татарстан, участвуем на выставке 4-й год подряд. Выставка очень нам помогает в развитии. Мы производим продукцию импортозамещения, французские сыры с благородной белой плесенью. Это камамбер, бри. Вот. На сегодняшний день уже представлена наша продукция в федеральных сетях, таких как X5, Тандер, Ашан, Магнит, Метро, Вкусвилл, ну и ряд других федеральных сетей, где наша продукция неплохо продается. Потребитель нас узнает уже, это что радует. В этот раз приехали мы, некоторые люди говорят, мы вас искали. Это то, что приятно на самом деле слышать. Вот. Мы производим продукцию из собственного молока, у нас своя ферма в Камском устье. Это 100 километров от города Казани, экологически чистый район. Молоко, как производим, также из этого молока перерабатываем молоко и производим на нашу продукцию. То есть у нас получается замкнутый цикл. Вот. Что еще могу сказать? Продукцию, линейка наша 10 позиций. То есть есть классические сыры, есть сыры домашние. То есть развиваемся с каждым годом, линейка у нас увеличивается. Мы немножко пообщались за кадром, и вы мне рассказали, что французский сыр попробовали французы и пригласили вас к себе на их мероприятие, потому что были удивлены и порадованы качеством продукта. Да, совершенно верно. Да. К нам подошли французы, и я думал, сейчас скажут, что это не тот сыр, хотя реакция была наоборот совсем. Они удивились, то, что наконец-то мы попробовали такой сыр, как у них дома. И нас сейчас приглашают на их мероприятие, где пригласили тоже выставиться со своей продукцией. Естественно, мы приедем и выставимся. И покажем им все. Хочешь их готовить французский сыр. Замечательно. Давайте немножко о упаковке, которая тоже немаловажна. Вижу несколько коробочек и одну потрясающую, тоже такую прям крафтовую, не побоюсь этого слова, упаковку. Это натуральная упаковка береста, натуральное дерево. В этой упаковке даже можно запекать сыр. То есть сейчас идет тренд такой, то, что камамбер запекают. Его можно спокойно сувать в духовку, он выдерживает температуру 200 градусов спокойно. И получается замечательное блюдо в течение 10-15 минут. Замечательно. Пожелаю вам удачи на нашей выставке и еще более широкого представления в наших ритейлах, чтобы каждый покупатель мог во всех регионах нашей необъятной родины попробовать и насладиться вкусом. Спасибо большое. Всего доброго.